Дерутся или что между собой? В общем, я не понял. Одна гусенька пытается убежать. Всем привет, друзья. Сейчас мы идем с вами опять работать в сад. В общем, я уже тут все поделал. Ну, то, что нужно. И есть свободное время. Покажу вам. Вот такую купил акриловую. Акриловую краску. Два ведра купил. Вот я вам говорил, 196 гривен, 4 литра. Я взял две баночки. Посмотрим, хватит, не хватит. Это будем уже белить с Ванюшкой. Макловицы еще не купил. Это будем белить, когда доубираем сад. Ну, а сейчас идем в сад. Как-то так. Гусей. Гуси уже прям ждут, не дождутся. Тоже хотят. Давай. Давай. Ладно. Это мне выносить, если что. Грабли я тоже беру. Давай, давай. Хелп, сиди. Психопат. Нервный. Вот так. Ваня сказал. Ты куда, в другую сторону? Ваня сказал, сейчас тоже придет. Я ему сказал, а он мне ответил. Как-то так. Почитал от вас много сообщений по поводу обрезки крыжовника. Очень много кто уже, что ли, пришел. Вань, то ты? Грабли возьми вон возле дверей. А это, по поводу крыжовника, очень много кто написал, что нужно его прорядить. Просто прорядить, чтобы ягоды были крупные. Он очень хорошо родит. Смотрите, вот такой он уже весь зеленый. Вот, все уже полезло. И написали, что вот такие вот длиннющие побеги не нужны. Нужно его укоротить, пообрезать те ветки, которые, ну, близко к земле. Там на них всегда зеленый и часто болеет крыжовник, и куст не обдуется из-за этого. Вырезать все эти, все старые. Да, поздоровайся. Всем привет. Все старые и толстые побеги, они тоже не нужны. Оставить такие, ну, как бы, и при том еще и подрезать те, которые оставлю. То есть оставить, сказали, около 10-15 побегов, и тогда будет крыжовник крупный. Он и так здесь не мелкий, но мне интересно посмотреть. Ты почистил хоть раз, скажи? Нет, я никогда не обрезал. И сказали, что вот эти, которые закопаны, тоже повыкапывать, они тут не нужны. Вот выкопанный кустик, как бы. Но это тоже не надо. Ваня переносил все ветки. Паренек, который мне помогал, закончил. Я вам об этом говорил. Ой. И что еще хотел сказать? Я не сказал цену на бройлера. Ну, как бы я думал, что сказал, но, в общем, не сказал. Выскочило с головы. Бройлер 36 дней ему сегодня, вы видели. Да, вес от 2300 до 2800. И цена 148 гривен 80 копеек. В ту сторону будем выбирать? Да без разницы. Или в ту сторону, до низа. Сегодня быстрее же будет, то, что я буду. Конечно, помогать. Ванюшка тоже сегодня будет выгребать. Мы сегодня половину, наверное, выгребем. Так что вот такая цена на бройлера. Ну, как бы, в среднем получается 60 гривен за килограмм живого веса. Вроде так. Ну, плюс-минус, это я так считаю. Ну и это нормально. Вот так. Все, знаете, в саду. Аж дышать легко после того, как есть место, где пройти. Сейчас мои главные ролики, которые я смотрю в интернете, это обрезка деревьев. Я не знаю, что они там им делают, что они у них такие развалистые. А у меня такие... Может, потому что густо? Как вы считаете, это густо? Вроде по садам там смотрю, если правильно дерево обрезать прям сильно, то... 3 метра между деревьями не очень густо. Ну,
Вот так. Да. Красота. Во. Видите? Видите, что тут происходит? Все, мой огород чистый. Только на огороде. Вон, у Светланы Николаевны примерно такой же был огород. Вон, Маша тоже убирает, как бы. Я ей говорил, давайте вам уберем. Она говорит, нет, я сама. Ну, в общем, сама так сама. Это же последний раз мы собирали. Где? Вот тут. Когда? Вот там. В 21-м году. Вот там. Ну, там они были. Ну, а тут был, тут были помидоры, вот прям тут, тут была цибуля, там был... Выскочена от кукурузы. Росла, ты там бачил. Ну, чуточку росла, да. Сколько? 15 куч где-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Больше. Наверное, 20 вот таких огромных куч. Я не знаю, куда их девать. Ваня, что будем с ними делать? Не знаю, надо на кучу понести, потом туда? Посадить. О, нет, туда во двор не надо. Может, туда в посадку вынесем? Короче, не знаю. Но мне нравится. Тут, конечно, теперь насыпалось семян пипец сколько. Нужно будет повыносить вот этот весь мусор и перепахать огород. И нужно уже начинать сеять рассаду, потому что конец марта, пока вылезет... Вроде ж только там сажало все. У дедушки? Где? А, и а, и на балконе осенью. Ну, это ж на зиму, а не на весну. Так ну. И в Полтаве шли там. А, и в Полтаве точно в огороде, кстати. Ой, вот так. В общем, начинаем, Ванюш. Откуда начинаем? Давайте я вас вот так со стороны огорода поставлю. И мы начнем убирать вот эту сторону, да? Да, будет прикольно. Угу. Ну, как-то так. Еще, конечно, деревья нужно подорезать. Сокодвижения еще нету, ничего не сочится, поэтому... Как бы нужно это все сделать, да. Потому что... А? Да, если отрезать, то уже начинается. Совсем. Когда сок будет уже ты, то уже, Вань, это... Уже плохо, да. Ну, не засохнет, конечно, но потери будет слабенько. Все. Начинаем.
Та Серега там что сделает. Все, друзья, больше у меня нет времени, еще дела есть на сегодня. Короче, я закончил. Мне нужно сейчас принести кусачки, то есть кусачки этот, сучкорез и секатор, и пообрезать вот эту кучерявую. Артемка, поздоровайся. Привет, скажи. Привет. Вот так. И пообрезать вот эту кучерявую грушу. Она обломана, как и многие другие. Вот тут погрыз заяц в какой-то из годов. И, в общем, она не выдержала, и она обломалась. И таких деревьев тут много. Это такое же. Вот эти, вот этот нужно побег оставить, скорее всего. Вот этот большущий вырезать, потому что он это отломится. У него такое расположение неправильное. Короче, как-то так. Пойду по секатор. Короче, такие тут получаются деревья. Еще не дай бог. И мне все ветки жалко. Ладно, вот эти накрежем. Это вроде получше отходят в сторону. Вот так. Нет, это не надо. Хотя тут будут груши, пусть остается. Все. Вот так. И хочу вот это дерево обрезать. Сейчас у меня появился оператор. Хорошо. Покажем оператора. Оператор Артемка, да? Так, и что тут делать? Я хочу вот эти три ветки, как вы думаете, их надо оставить или не надо? Вот эти вот три, как бы, пусть они будут таким костяком. Может, это неправильно, но, ну блин, пусть будет так. Да? Вот это уберу. Вот это. И вот это сейчас уберу, да? А вот это оставим. Оп. Оп. И тут можно. Короче. Вот так пусть сюда. А тут вот так. Я знаю, надо соподчинять ветки друг другу. Ну блин. Оно, это если все с деревом нормально, а тут оставляем как получается. Вот так. Вот это не надо. Вот. А вот эту вырежу снизу полностью. Она тоже не надо. Вот это. Да? Я думаю, да. Оп. Не взялось полностью. Секундочку. Как-то так. Сейчас обрежу вот тем. Что тут оставить? Что убрать? Вот. Спасибо. Такая кучерявая. Ну вот что? Что ей делать? Короче, вот эти нижние точно не надо, да? А их тоже можно проредить. Ну? Вот тут на ветке. Там можно. Сейчас это уберу. Вот так. Может, через одну? Да не через одну. Их бы вот эти побеги, они вообще не нужны. Блин, это... Это тоже с грушей. А она не выдержит, да? Вот смотри, вот это все колючки должны быть груши. Вот на вот эту пусть растет ветку. Кто его знает? Да вот так. Вот так удалить. Оп.
вниз тоже не надо, да? Оп. Ось. Где? Нет, нет. Давай, вот это тоже убираем. Вот это рядом. Где пилка? Вот этот пенек, он надо отпилить. Он не нужен. Вот этот. Ладно, я... Давай. Весело. Смешно. Оп. Вот это тоже убрать, но тут же ж опять тоже как будто с грушами вся. И вот этот низ не нужен. Оп. Ай. Короче, вот так. Вот так. Ну, тут тоже будут груши. И мы им дадим вырасти, да? Оп. Оп. Тоже лысая. Ты думаешь? Я тут еще чуть-чуть внутри. Вот это надо подровнять. О! Ровненько. Оп. 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 Все. Да и вот это не надо. Оп. Дадим ей чуть-чуть поплодоносить. У нее ствол большой, поэтому будут эти плоды. Вот так. А вверх пусть тут не растет. Вот эту тоже надо бы убрать, и вот эту убрать. Но тут должны быть грушки на ней. А там посмотрим. Оп. Что? Лямкает. Оп. А вот тут сделаем все ровненько. Как-то так, да? Что делать с этой? Все зарастет, и ранки не будет. Весело? Весело? Ай, как весело, лялька, да? Что? Весело? Такая полезла вверх. И как я боюсь ее нагибать, я сломаю, да? Так от той длинной своей штукой. Вот так. Вот точно. Сейчас отрежу вот этим. Оп. Не достал. О, все, подрезал. Так, то центр, значит, вот это тоже не надо. Все, а дальше все жалко. Да? Ты че? Ну, как есть, соберем плоды, а потом будем формировать. Вот эти еще дичку надо пообрезать.
Ой. Оп. Оп. Все. Все. Так, а где мой секатор? Я не взял? Ну, вот. Да. Вот так. Что ты ржешь? Весело? А мне не очень, я устал. Оп. 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 Сломать. Оп. И тебя срежу. Оп. И вот эту беру. Оп. Оп. Вниз. Вот эти все ветки опустились вниз. На ней один год столько было груш, что я думал, что она тоже сломается. Но не сломалась. Молодец. Ладно. Так. Хотя тут вот сюда ветка растет куда-то, да? И одна, и вторая. Вроде все. Как-то так. Буду заканчивать. Уже сейчас солнце сядет. Все, друзья. Посмотрим. Посмотрим, что будет. У-ху-ху. Ах ты такой хороший хлопчик. Тут, конечно, очень много лишних веток. Но, блин, они дадут эти. Они дадут грушки. Вот так. Вот так. Ну что не оставить? Пусть будут грушки, да? Скажи. Артем будет кушать грушки? Будет кусать грушки Артемка, да? Вот это мне. Это сухая ветка. Пусть засыхает. О, правда. Да не думаю. Короче, вот тут можно меньше грушек ей оставить. А то она. И вот нижняя не нужна. Все, вроде хорошо, да? Вроде проредили. Ладно, вот это, конечно, тоже ветка не нужна, но на ней тоже грушки. Будем формировать. Короче, и тут тоже грушки. Можно чуть меньше оставить, а то она не выдержит. Как-то так. Все, друзья, еще где-то два дня на два нам, и мы с Ваней справимся. Вот тут было ужасно тяжело, потому что здесь это. Здесь были вот этот, я не знаю, как бы она называется, но это не циклохена. Циклохена белая, она выдергивается очень легко. А это был какой-то ужас, потому что корни живые, и они уже вылазят. Так что как-то так. Давайте вам покажу. Получилось, что тут возле этого, возле забора, всю ямку зарыли. Вот и с этой стороны, видите, как хорошо, ровненько. И с этой, как бы, выровняли почву. Мне нравится. Да, я прыгаю, а Артем смеется с меня. Да? Ай, так. Весело? Весело, да? Ну, весело, когда я прыгаю. Ладно. Все. Маши, пока-пока-пока. Маши, пока. Ты улыбака мелкая. Все, друзья. Вот эту еще как-то. Тоже три ветки. Но
Знаете, она ее погрызли эти, завтра займусь уже, но мне не нравится, что еще и веток на ней очень много, да? Как бы можно вот так, а потом эту ветку вот так отвести и чуть-чуть это. Тут тоже сделать вот так, а вот эту центральную тоже вот так. И вот так. И вот так. Все. Как-то так. Ладно, друзья. Я пошел. Гусят загоняем. Все. Всем большое спасибо за просмотр. Ну и всем пока-пока.